Друзья, всем привет! На связи Александр Кузин, это канал One Moscow. И сегодня мы поговорим на злободневную тему дня, на которой постоянно все высказываются. И я тоже выскажусь. Это что будет с ценами на недвижимость в 2022 году. Смотрите до конца, не переключайтесь, поехали! Как вы знаете, очень многие журналисты или авторы телеграм-каналов или ютуб-блогеры в недвижимости, которых появилось больше, чем было раньше, значит, эта ниша развивается, все начинают высказывать. И думаете, кому же из них верить? Кто-то рассказывает страшилки, кто-то говорит, что все будет супер. Я скажу вам свое мнение. Какая вообще ситуация у нас сейчас, да, то есть на конец 2021 года? Первое, мы увидели, что ставка растет. Мы увидели, что рубль, в принципе, достаточно стабильный, там плюс-минус, там, кто бы что ни говорил. Мы видим, что спрос на недвижимость растет. Я вам скажу такую вещь, что у нас сейчас 50% спроса на новостройки бизнеса премиум-класса – это регионы, то есть 50%. И 50% – это Москва. Раньше эта цифра была на уровне 15-20%. Поэтому в целом люди продолжают приезжать в Москву, люди продолжают сюда приезжать. То есть город активно растет. Этот город сейчас топ-5 вообще в мире по росту цен, скажем так, особенно на более премиальное жилье. И говоря про диванных экспертов, соответственно, которые пишут о том, что все рухнет, куда уже расти, у нас уже в ЦАО там 1,5 миллиона за метр, я вам скажу так. Ну, например, в Париже хорошая квартира стоит 1 000 000 евро. Это средние цены, это не элитка, это такой хороший бизнес премиум-класс. Да? Поэтому ну, цены еще точно есть куда расти. И скажу важную вещь, что кроме того, что вам нужно смотреть на продукт, то есть на конкретный проект конкретного застройщика или, например, на конкретный дом на вторичке, важно понимать, что в каждом сегменте индивидуальная ситуация. Мне сильно бесит, когда люди начинают говорить, что рынок падает, что застройщики испытывают проблемы со спросом. Ребят, какие нахрен застройщики? Объясните, пожалуйста, какие конкретно застройщики? То есть надо всегда эту историю разделять. Это первый момент. Второй момент, то есть я вам скажу так, что ситуация такая, что всего 10-15% проектов в Москве, как минимум в сегменте новостроек бизнеса премиум-класса, достойны покупки или инвестиции, а 80-85% недостойны, потому что они как по продукту не дотягивают. Да? Например, есть конкретные застройщики, кто, например, там не умеет строить бизнес или даже комфорт. Есть конкретные дома, которые, например, находятся в очень спорных локациях. Поэтому изначально нужно разделять не все вот в одну кучу, да, и вот цены вырастут или они упадут. А мы говорим, вот в сегменте эконом вот такая ситуация, в сегменте комфорт такая, в бизнесе такая, а в элитке такая. Вот это тогда будет актуально. Или, например, мы понимаем, что вот эта локация растет, допустим, а эта локация не растет. Да, это тоже разное. Поэтому говорить в целом неправильно. То есть нужно говорить конкретно про частности, да, а не вот про целиковый рынок. Далее, если мы говорим про эконом и комфорт-класс, почему я считаю, что инвестировать в эконом или покупать не очень выгодно? Потому что сейчас есть большой тренд, обратите на это внимание, обязательно и напишите в комментариях, если согласны со мной, это очень важно. Сейчас тренд на улучшение качества жизни. То есть сейчас, например, человек, который там 20, 23, 25 лет начинает свою карьеру, он не мечтает жить в квартире там за МКАДом, да, в пиковском доме, он мечтает жить в хорошем доме, там, не знаю, в спальном районе, приближенном к третьему транспортному кольцу, а это бизнес-класс. То есть сейчас есть тренд на хорошие, красивые дома, на хорошее, адекватное качество жизни. То есть если раньше, например, человек понимал, что он может там купить себе квартиру в пятиэтажке в каком-нибудь там сталинском доме, и это будет типа вообще супер круто, это будет предел мечтаний, нет, сейчас такого нет. Он хочет купить квартиру, не знаю, там в хедлайнере возле сити, потому что он здесь работает, и он считает, что ему здесь будет комфортно. Он уже не мечтает о вторичке где-то в старом фонде. Поэтому вторичка, у нее такая сейчас стагнация, то есть хорошую вторичку уже вымыли с рынка. Некачественные вторички, как бы некачественные, очень много, и она очень плохо продается. И поэтому покупать такой дом, да, если у вас будет стоять выбор, там, например, новый дом, построенный или новостройка, или какое-то такое старое жилье, то выбор у большинства людей довольно-таки очевиден. При всех минусах новостройки это так. И поэтому в целом я считаю, что вот у сегмента бизнеса премиум самые стабильные позиции на рынке, в отличие от эконом-комфорт, потому что ну, люди, которые там покупают массовых застройщиков, они в какой-то момент действительно могут кончиться, или они, скажем так, могут потерять работу. А вот те, кто
уже покупает бизнесы в премиум, у них, как правило, уже там есть бизнес или какие-то хорошие позиции по работе. Они, в принципе, с позитивом смотрят на будущее. И у них есть плюс-минус какие-то запасы. То есть у них в том числе есть какая-то старая недвижимость, которую можно продать и переехать куда-то в более новое. Поэтому этот сегмент чувствует себя в целом хорошо. И поэтому я считаю, что в хороших проектах, в хороших локациях будет очень высокий спрос продолжаться и в 22-м, и в 23-м, и, скорее всего, в 24-м году. При этом многим инвесторам я порекомендую короткий период планирования – это год. В том числе, почему по статистике, например, в нашей компании мы работаем с несколькими сотнями только постоянных инвесторов, ежегодно в компанию заходит около 2500 клиентов. Мы смотрим по нашей статистике, что люди, соответственно, планируют уже инвестиции не 2, там 3 года, 4, они планируют на год. Зашли на год, вышли по переуступке, купили что-то новое, купили что-то для себя, да, и так далее. Вот поэтому в целом, если мы говорим про хорошие проекты, про хорошие локации, это будет актуально всегда. И даже если это раньше стоило там 400 за метр, а сейчас стоит 600, это не значит, что через 2 года это не будет стоить там миллион. Это абсолютно реальный сценарий. Вот. Ну а те говорит, кто типа вот там начинают говорить про доллар или про обвалы рынков или про глобальный кризис. Ребят, я еще раз говорю. Активное население, которое зарабатывает деньги, стремится покупать именно в бизнес-класс, да, и поэтому этот класс, он наиболее стабилен, да, а, соответственно, все остальное – это уже такие отдельные частные разговоры. Последнее, что хотел сказать, что сейчас вообще идет, почему я вот вначале, помните, говорил про то, что в Москву переезжает огромное количество людей, сейчас в мире есть такое понятие, как мегаполизация, то есть люди из деревень, из маленьких городов стремятся уехать сейчас не в средние и малые города, а они сразу хотят уехать, например, там, в Екатеринбург, в Москву, в Питер, в Сочи, Краснодар, да, то есть в более крупные города. И эта тенденция, она во всем мире нарастает, то есть крупные города становятся еще крупнее и агрессивно растут. Малые и средние города, они плохо развиваются. Ну, бывают развиваются крупные города-миллионники неплохо, да, но, тем не менее, как это было раньше, например, уже этого нет. Поэтому в Москву еще больше будут стремиться людей, потому что здесь, скажем так, есть бизнес, здесь есть деньги. Поэтому Москва в этом плане, она, ее тоже нельзя сравнивать, например, со всей Россией. То есть часто говорят, вот в Питере цены уже упали, в Самаре уже упали, мы видим стагнацию, вот сейчас и в Москве. Не будет такого в Москве. То есть нельзя сравнивать крупнейший мегаполис мира, например, с миллионником российским или даже с Санкт-Петербургом. Да, то есть это неправильно. Поэтому я бы ориентировался здесь на мировые тренды, то, что идет мегаполизация, и крупные города растут агрессивно быстрее. Поэтому даже если застройщики, вот сейчас застройщики в Москве реально строят не так много проектов. То есть если мы посмотрим Дубай, Лондон, Нью-Йорк, там другие многие такие вот крупные агломерации, мегаполисы, то там строится гораздо больше недвижимости во многих из них. В Москве достаточно мало площадок хороших, достаточно мало хорошего продукта. Когда мало продукта, всегда будет хороший большой спрос, всегда цены на это будут расти. Поэтому не слушайте диванных экспертов, слушайте реальных специалистов, которые на рынке работают непосредственно давно и могут использовать не только какие-то слухи, сплетни, разговоры, но и делают реальные сделки, да, соответственно, на реальном рынке. Друзья, если вы планируете купить квартиру в конце этого года или в 2022 году, и вас мучает выбор, вы не знаете, куда податься, вы смотрите, что много вариантов, не знаете, как одобрить ипотеку, и все это делаете самостоятельно, ну, это уже давно можно делать с экспертом в удобном, классном формате. Мы, как профессионалы команды One Moscow, мои ребята-брокеры знают хорошо рынок, они знают его в 10-15 раз лучше, чем вы, уважаемые клиенты. Мы каждый день этим занимаемся, каждый день проводим сделки, продаем в среднем на миллиард каждый месяц. Соответственно, вы можете оставить мне в WhatsApp, написать по личному номеру в описании, либо в Инстаграме, оставить свой запрос. Мы с вами свяжемся, предложим вот прямо сейчас 5 самых крутых, классных вариантов. И я уверен, вы сэкономите как минимум полгода, а то и год своей жизни, изучая кучу проектов, да, и не имея рядом помощника, который может за руку провести. При этом вы за это ничего не платите. Мы сотрудничаем с застройщиком, поэтому для вас это не стоит денег. Если мы с вами будем реализовывать инвестиционные стратегии, мы, как правило, с нашими клиентами год, два, три работаем. И бывает, клиенты приходят с капиталом 10 миллионов, а через год-два капитал уже 100 миллионов. Это таких примеров у нас тоже много. Поэтому пишите, обязательно пообщаемся. Если, например, вы спросите меня про ипотечные тренды, я вам скажу, что ставка будет чуть-чуть расти,
Но вот сейчас уже говорят, 9% ставка, жесть, раньше была 7% и так далее. Вы вспомните, когда она была 13%. То есть, если вы берете, например, квартиру под инвестиции, да, то вам абсолютно не без разницы. Вы сейчас должны считать, что вы, например, берете квартиру на 9-11 ипотечных платежей, и размер ставки, он влияет там, на доходность, ну, там, процентов на несколько процентов, да, из 100 глобально. То есть, и те, кто думает, типа, что вот 8 – это нормально, а 9 – это высоко, ну, посчитайте общую доходность на вложенный капитал. У вас получится, скорее всего, там 50-60-70 годовых – это средние цифры, которые мы получаем по проектам. Даже по самым слабым проектам можно получить 30 годовых, зайти на небольшой срок со ставкой 9, даже 10%. Вот. Плюс сейчас есть субсидированная ставка, сейчас есть семейная ипотека. Да? То есть очень много программ, которые позволят вам оптимизировать свои инвестиции. Поэтому то, что ставка и дальше будет расти, не знаю, зачем так много внимания этому уделяется. Да, она может подрастет, но в целом она там сейчас стабильно себя чувствует. И опять же, не надо тупить, если у вас есть деньги, одобряйтесь, идите, покупайте квартиру, никаких проблем в этом нет. А сейчас отличное время для этого. Если говорить, например, по сегментам, многие тоже спрашивают, какие тренды с точки зрения сегментов, куда вкладываться, в коммерцию, в новостройки и так далее. То есть по стратегии в 2022 году будет работать такая же стратегия, как работала в 2021. То есть зайти на короткий срок в новостройку, никаких арендных стратегий, никаких покупок для квартиры у метро под аренду. Арендная стратегия приносит 5, 6, там, 8 годовых. Что в коммерции? Ну, 10 она может приносить. Что там в квартирах тем более, да? То есть стратегия купить на старте, продать по переуступке приносит 50-70 годовых, да, то есть я всегда клиентам говорю, ну, почему вы хотите заработать 5, а не хотите заработать 50? В чем причина? Почему вы хотите в 10 раз меньше денег? Вот, то есть это то же самое. И если клиент говорит, например, ну вот, мне так нравится, но это очень странный подход, да, то есть мы, соответственно, если вы хотите сделать классные инвест-кейсы, да, то есть как минимум нужно просчитывать риски, смотреть доходность, да, и я скажу, что сейчас, наоборот, все выходят из коммерческих помещений, все выходят из старых квартир, чтобы зарабатывать именно короткими инвестициями, короткими стратегиями, и те из вас, кто там говорят, что вот нет, наоборот, это не так. То есть мы это видим по статистике. У нас многие наши клиенты, 70%, выходят из своих старых коммерческих помещений, полностью их продают, еще и говорят, блин, какой дурак вообще купил у меня это. Вот. Но это уже там тема для отдельного видео. Друзья, на этом все. Если вам понравился данный формат, поставьте лайк, обязательно подпишитесь на канал, напишите комментарии, что вы думаете по поводу роста цен. Конечно, сейчас в комментарии набегут куча людей, которые считают, что все рухнет, все ужасно, да, вот, и на старте продаж не будет стоять очередь, как сейчас, но такое тоже мнение мы имеем, обязательно его напишите, ну а мы с вами увидимся в следующих видео.